Здравствуйте, с вами Лилия Дроздова, и сегодня я расскажу вам, как и из чего сделать навесные петли для шнуровки корсета. Делать рулик для того, чтобы сделать петли, можно использовать любую подкладочную или более тонкий атлас, который подходит по цвету. Значит, что мы делаем? Мы отмеряем 3-сантиметровую полоску. Теперь я ее складываю пополам. Я сделала строчку, причем в начале, видите, такая вот воронка у меня получилась, и дальше полоска 3 миллиметра. Хвостики не срезаем, они как раз таки заполнят нам внутреннюю часть, и у нас будет кругленький рулик. Что теперь мы делаем, чтобы вывернуть? Конечно, есть множество сейчас способов, но когда ничего под рукой нет, берем простую машинную иголку, хвост нитки продеваем в ушко, завязываем узел. Так, то есть наша иголка закрепилась, и теперь задней стороной иголки вот в эту воронку вы опускаете и таким образом протягиваем, помогаем, тут вот чуть-чуть расправляем. Сильно не тянем, нитка же может порваться, поэтому все с любовью. Когда мы протащили иголку до конца, и сейчас будет наш результат. Вот, смотрите, какой получился рулик. Далее его не нужно ни утюжить, ничего. То есть вот он такой вот кругленький, наполненный, вот такой и будет. И мы будем закладывать из него петелечки. Далее я нарезаю такие кусочки по 5 сантиметров. Одинаковые. Потом я делаю разметку. Петля у меня 1,5 сантиметра, между петлями 0,5 сантиметра. И теперь беру руль, прикладываю к своей метке и закалываю булавкой. Да, когда вы будете делать этот рулик, стежок делаете 1 миллиметр, потому что мы режем, и чтобы у нас не разошлось это ничего, меленьким стежочком. Вот я их все заколола, проложила строчку. Обязательно сверяйте, чтобы у вас они были ровные. Теперь я вот так вот заворачиваю. И вот к этой метке, ко второй, прикалываю вот таким вот образом все петелечки. И потом буду прокладывать вторую строчку. Ровненько, дальше раскладываете вот так вот. Так, теперь берем наш подготовленный корсет. Соединяем лицо с лицом. И делаем строчку именно в ту же, где мы уже пристрачивали петелечки. Далее у нас это вот так вот отутюжится. Вот, и наши петли останутся. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам творческих успехов. До скорых встреч!